Сегодня дьяволу не обязательно искушать христиан грехом или устраивать гонения. Достаточно использовать отвлечение. Дать вместо настоящего оружия игрушечное и соску со снотворным в придачу. Просто отвлеки христианина. Пусть он занимается чем угодно. Сидит в телефоне, развивает бизнес, создает вид религиозной деятельности. Это не важно. Главное, чтобы он не думал о духовной войне. Ведь не воюющий христианин – это жалкий христианин, который дьяволу уже даже не интересен. Он не представляет никакой угрозы. Такому христианину не нужно брать посты. Ему не нужно стирать колени в молитве. Ему не нужно претерпевать страдания. Его сердце не разрывается от миллиардов людей вокруг, идущих в погибель. Он просто не думает об этом. Ему достаточно своих забот и своих сил, чтобы как-то со всем этим справиться. Он отвлечен от Божьей реальности. Он не видит духовного мира, в котором ни на секунду не прекращается битва. Он слишком занят другими вещами. Давайте просто исследуем себя и честно ответим. Когда ты в последний раз разрушал дела дьявола? Чем ты занимаешься сегодня? Что на первом месте в твоей жизни?